Мы продолжаем знакомиться с участниками выставки World Food 2022. Рядом со мной Илья Елпанов, основатель компании «Ешь деревенская». Илья, здравствуйте. Вы были спикером одной из сессий. Что за сессия, о чем шла речь? Вкратце о вашем выступлении. Да, здравствуйте. Меня зовут Илья, собственно, основатель компании «Ешь деревенская», онлайн-агрегатор с фокусом на доставку фермерских продуктов. Сессия была интересная, она была вокруг e-grocery, еще перспектив, трендов, как сейчас крупные игроки меняют свою стратегию, адаптируют ее под рынок, у кого какие сейчас есть точки роста. Я представлял в основном нишевого игрока, фудтех-компанию, и мы также имеем определенную стратегию. У нас есть стратегия, сосредоточена вокруг наших основных УТП. Это уникальный ассортимент, это безопасность, свежесть и прозрачность происхождения. Соответственно, вокруг этих ключевых факторов мы стараемся конкурировать на рынке и держать это в фокусе. А насколько сейчас активно в целом компании такого сегмента, то есть вы говорите крупные игроки, да, и вот фермерские продукты вы говорите, насколько вообще сейчас активно компании такого сегмента внедряют онлайн вот эту всю историю? Безусловно, это сейчас приоритет. После там, пандемии все поняли, что будущее за e-grocery, так или иначе доля онлайн будет расти с каждым годом. Поэтому у всех сформирована стратегия ключевая ставка на онлайн. И здесь разворачивается достаточно сильная конкуренция. И поэтому здесь важно очень четко понимать, какая твоя аудитория, какие твои УТП и как ты будешь выстраивать свою там, экономику на основе конкурентного ландшафта и на основе текущих реалий рынка. Я уже спрашивал представителей одной большой федеральной сети, но спрошу теперь ваше, хочу мнение знать. Не убьет ли условно онлайн-доставка физические магазины, как вы считаете? Конечно, нет. Прежде всего, физические магазины – это такой польский интертеймент. Это пойти, посмотреть, потрогать, понюхать. Просто ощутите и некое сравнение такое. Поэтому это всегда будет частью человеческого паттерна. Вопрос доли. Я уверен, что в будущем, конечно, доля будет все-таки за онлайном. Потому что люди очень ценят время, люди очень ценят там, деньги. В онлайне здесь гораздо проще найти лучшие предложения по цене, отфильтровав. Гораздо быстрее сделать заказ, и тебе не нужно ездить там, в магазин, тратить время на доставку, все эти пакеты нести там домой. Давайте попробуем угадать долю онлайн-офлайн магазинов. 20-80, какой ваш прогноз? Все зависит, конечно, от того, будут ли, например, факторы, какие как пандемия, или какие условия будут по доставке на рынке, будет она платная или бесплатная и так далее. Но у меня есть ощущение, что доля будет точно там, 70% онлайна в ближайшие там, 10 лет. Ну что ж, посмотрим, как оно будет развиваться. Спасибо вам огромное за вашу работу здесь и удачи на выставке. Спасибо.